В этом видеоролике мы с вами разберем, как решать задание номер 21 подготовка к ОГЭ по математике. Требуется решить такое уравнение. Единица разделить на х минус 1 в квадрате плюс 4 разделить на х минус 1 минус 12 равно 0. Прежде всего мы находим область допустимых значений. Х минус 1 не должен равняться 0 или х не должен равняться 1. Далее мы делаем замену переменной, то есть х минус 1 равно t. Получается вот такое уравнение. В результате некоторых преобразований мы видим, что мы здесь домножаем. Мы получаем квадратное уравнение относительно t. Решая это квадратное уравнение, мы видим, что здесь будет два корня. t1 и t2. t1 0,5 и t2 минус 1 шестая. Далее мы возвращаемся к тому, что мы делали замену переменной, то есть x минус 1 равно t. То есть подставляем сначала 0,5 и потом минус 1 шестую. И получается два корня минус 1,5 и 5 шестых. Как видим, оба корня удовлетворяют области допустимых значений x не должен равняться единице. А значит, в этом уравнении у нас два корня. Это 5 шестых и минус 1,5.